Вот. Пошла запись, да? Бежала. Бежала. Вот знаменитое видео, которое потом пойдет на презент. Вроде как обыкновенное зеркало. Но что мы скоро увидим? Видим пока еще ноги. Включать будет? Без подсветки, да, можно сейчас включать. Значит, так называемое зеркало с эффектом бесконечности. Держи, побалуйся. Сначала W-O-N, потом W. Вот, ИК-приемник. Пузырьки отражаются. Яркость сначала. Сначала яркость до максимума догоняй, потом режимы включай. Вау. Все. Класс. Вот вам простое зеркало, из которого, которое превращается в очень необычный, стильный, современный столик. И не только. Пузырьки добавляют эффект еще. Пробежимся по светодиодам. Режим поменяй. Третий режим поставь, там хорошо будет. Бегущая сейчас. Ну, теперь можно что-то положить. Ложим. Мобильник. Что висит? Не висит. Да, висит. В воздухе. Ложим. Вот прозрачную тарелку. Тоже висит. Да, может, свет включить? Да, можно свет включить. Что, поехали. И включаем режим. Почти какая светомузыка. Светомузыка на дому. Делаем частоту поменьше. Что мы видим? Переключение цветов. Угу. О, две руки сразу появилось. Главное, что изображение твоей руки не просто где-то на уровне стекла, а дальше, да, дальше, намного дальше идет. И даже вот сейчас любую вещь положить. Если отражение чисто, да? Галлюцинация. Включаем следующий режим. Задаем частоту. Все соседи повыбегают напротив. Если еще развернуть, а давай его в окно, ну, можно. А прикидываешь, такие интересные. Все, приходит, да, завтрак, клиентура такая. Сюда. Ну, кстати, телефон можно оставить, да? И все тогда. Самая реклама. Так, делаем третий режим, самый лучший. Пульсирующий. Смотри, вот даже здесь видно, да, вот он за счет изменения яркости, ну, количества светодиодов, да, уменьшается или увеличивается глубина. То есть чем более яркий свет, тем дальше глубина получается. Глубина при эффекта. Еще посмотрим сбоку как. Сбоку уже, наверное, частно снимал. Не земли тут, чтобы не пили. Сейчас. Батарейки посадим себе и все. Такое не часто бывает, творение. Я надеюсь, это не последнее. Да точно не последнее. Так что пока оставим место, чтобы еще снять. Я не просто пообещал, а сказал, что
первое, что сказал, что сделаю вот это, сделал до Нового года. А второе... Здесь меньше пузырьков было, оно более прозрачное было, да? Не, пузырьки, оно не очень изменяет эффект. Не намного. Я думаю, светопропускание пленки больше повлияет на глубину. Это точно знаю. Потому что я прикладывал разные пленки. Вот это самое лучшее видео.